Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья, и я очень рада приветствовать вас на моем канале. Я получила эстафету от канала «Рецепты от мамули», от моей тезки Натальи, приготовить блюдо страны, в которой ты живешь. У Натальи очень интересный канал с массой вкусных, легких, быстрых и простых рецептов. Заходите к ней, посмотрите. Так как я живу в Греции, я решила приготовить знаменитый греческий соус тзатзики, который подается к мясным блюдам, к рыбным блюдам, как дип к печеным овощам. Он очень популярный в Греции, и его готовят в каждом доме. Для этого нам потребуется оливковое масло, соль, огурец, чеснок, лимонный сок, немножко мяты и главный член предложения – это греческий йогурт. Хочу сразу сказать, что жестких пропорций для приготовления соуса нет. Все берется по вкусу. Если вы хотите термоядерный соус, то чеснока можно добавить побольше. Хочу особое внимание уделить йогурту. Он должен быть натуральный, не сладкий. Йогурт должен быть густой, не льющийся. Никакой кефир, варенец, простокваша не подойдут для приготовления соуса. Конечно, можно приготовить, но это уже не то. Показываю, какой у нас йогурт. Здесь написана дата. Открываю. Сверху у йогурта вот такая вкусная пенка. Жирность у него 6,7%. Вот такой йогурт. Если будете в Греции, обязательно попробуйте и сравните со своим греческим йогуртом, который продается у вас. Вот такой йогурт, смотрите. Вот он такой густой. Он не течет, не льется. Вот это очень вкусно. Ой, я говорю, у меня уже слюнки текут. Йогурт перекладываем в миску. Огурец я почистила и натираю на крупной терке. Чеснок пропускаю через пресс. Количество чеснока регулируйте по своему вкусу. Если вы любите поострее, добавляйте побольше. Добавляю немножко соли. Совсем чуть-чуть, немного. Теперь беру часть огурца, натертого огурца. Выжимаю сок, чтобы огурец был немножко суховатым. Добавляю сюда. Все перемешиваю. Добавляю немножко укропа и сушеной мяты. Мята должна быть свежая, но у меня свежей нет, поэтому добавляю сушеную. Немного лимонного сока. Немного оливкового масла. И все перемешиваю. Пробуем на вкус. При необходимости добавляем соль, перец, немножко чеснока, если хотите более острее. И вот такой вкусный соус получается. Сверху для украшения его посыпают сладкой паприкой и поливают оливковым маслом. Рецепт простой, легкий, готовьте и вы. Надеюсь, он вам тоже очень понравится. Эстафету передаю Ангелине, она тоже живет в Греции. Канал у нее называется Alpha Omega DIY. Ангелина рассказывает о буднях домохозяйки. Она готовит очень вкусное блюдо греческой кухни и не только. Любит выращивать цветы и рассказывает, как экономно вести домашнее хозяйство. Второй канал, которому я передаю эстафету, это Валентина. Она живет в Украине. Канал называется «Кулинарные рецепты от СВ». У Валентины очень много вкусных, быстрых и легких рецептов. Ссылки на каналы девочек будут в описании к видео. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Всем пока-пока!